Короче, мы приехали на тайный пляж в Лёры, в Албании города. Смотрите, сколько здесь машин. Вот. Здесь в основном албанцы, да? Коренные албанцы. Коренные европейцы, коренные русские, украинские, вот. Белорусы. Короче, здесь вот уже вот люди себе облюбовали это красивое место под этими, под соснами, да? И сюда приезжают купаться на их море. Вот это называется пляж. Сюда приезжают в основном местные албанцы, те, кто знает, те люди, которые иммигранты, которые живут уже здесь в Албании. Вот. Это находится он в городе Влёра. Вот. Здесь вот такая бухта. Вот такое море. Немножко ветер, конечно, но пляж довольно-таки длинный. Смотрите, какой большой пляж. Он довольно-таки тянется. Тянется он довольно-таки далеко. И сюда он тянется.